Сегодня 29 октября 2024 года. Нахожусь по адресу канал Грибоедова, дом 103. Передо мной находится музей искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков. Сейчас пойду вот туда внутрь. А изначально это был съезжий дом 2-й адмиралтейской части. Ну, специфическое такое строение, которое совмещало в себе пожарную часть и полицейский участок. Вот надпись «Музей искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков». Филиал манежа. Здесь внутри даже было что-то типа тюрьмы, где сидели арестанты. Режим работы музея, и пойду во двор. Построено все это было в 1842-1843 годах. Архитектор Краснопевков Захар Филиппович. Вот вошел внутрь. В общем, комплекс зданий. Даже до улицы Декабристов. Раньше была это офицерская улица. Потом все это дело было перестроено. Год я уже не скажу какой. А здесь был полицейский архив, а со стороны офицерской улицы была Санкт-Петербургская сыскная уголовная полиция. Какие интересные здесь скамеечки. Потом здесь был музей сыскной полиции. Но в итоге в 1917 году все это дело сожгли, разрушили. В общем, большевики не очень хорошо со всем этим делом поступили. Потом частично восстановили. Со стороны улицы Декабристов офицерской сделали коммуналки. А со стороны канала Грибоедова делали архивное бюро. Потом здесь был партийный архив. Ну а когда во время войны архив уехал в Челябинск, война закончилась, здесь сделали типографию. Типография по выпуску картографической продукции. Ну и потом уже архив городского суда в 2007 году здесь стал музей. Сейчас здесь выставка Николая и Георгия Бодка и Лев Сморгон, пластическая мелодия. А это дворик рядом, но туда мне не пройти. Ну, в общем, я обошел этот квартал со стороны улицы Декабристов, хотел во дворы пройти. Но сейчас все дворы закрыты, в общем, туда не пройти. Сегодня 29 октября 2024 года. Погулял около музея.